Искусство, так или иначе, оказывает влияние на каждого из нас. Когда мы говорим о любимых художниках, композиторах или писателях, мы имеем в виду людей, которые своими произведениями оказали на нас формирующее воздействие. В моей жизни таких людей было очень много. И возникло желание создать серию барельефных портретов мастеров, оказавших особое влияние на формирование моего мировоззрения. Я выбрал 5 художников: Леонардо да Винчи. Где интуиция не водит рукой художника, там нет искусства. Где мысль не работает вместе с рукой, там нет художника. Эль Греко. Я считаю, что имитация цвета – величайшая трудность искусства. Рембрандт. Я не могу рисовать так, как они хотят, чтобы я рисовал, и они тоже это знают. Конечно, вы скажете, что я должен быть практичным и должен пытаться рисовать так, как они хотят, чтобы я рисовал. Но, я расскажу тебе секрет. Я пытался, и я очень старался, но я не могу этого сделать. Я просто не могу этого сделать. И именно поэтому я просто немного сумасшедший. Клод Моне. Первый слой краски должен покрыть, по возможности, весь холст. И неважно при этом, насколько грубо он будет нанесен. Иван Гог. Нужно любить. Любить как можно больше. Ибо в любви и заключается подлинная сила. И кто много любит, тот делает много и способен на многое. И что делается с любовью, то делается хорошо. Моя любовь не соткана из лунного света и роз, а бывает иногда прозаичной. Как утро в понедельник. 5 скульпторов. Микеланджело. Если бы люди знали, каким тяжким трудом я обрел свое мастерство, оно вовсе не казалось бы им таким чудесным. Я еще ничего не могу. Зато я умею учиться. Роден. Все великие художники изучают пространство. Именно в знании объема и заключается их сила. Помните об одном. Нет линий, есть только объемы. И когда вы рисуете, никогда не думайте о линиях, а заботьтесь только о рельефе. Ведь именно рельеф и правит линией. Дега. Я всегда отношусь с подозрением к художнику, который добился успеха, прежде чем умер. Архипенко. Искусство не есть то, что мы видим, но лишь то, что мы имеем в себе самих. И Капур. Я думаю, что работа скульптора связана с пространством. Что-то происходит с тем пространством, где вы находитесь. Время меняется. Время, я думаю, становится медленнее. Мистическая правда искусства – это время. 5 композиторов. Моцарт. Простите меня, Ваше Величество. Я простой человек. Но я вас уверяю. Моя музыка – нет. Бах. То, чего я достиг, на практике также может достичь любой, кто обладает сносными природными способностями. Бетховен. Тем, кем являюсь я обязан самому себе. Князей существует и будет существовать тысячи. Бетховен же только один. Но истинному художнику чужда гордость. Увы, он видит, что у искусства нет границ. Он смутно чувствует, сколь далеко ему до цели. Шопен. Простота является высшей целью, достижимой только тогда, когда вы преодолели все трудности. Чайковский. Вдохновение – это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. 5 писателей. Шекспир. Увы, мой стих не блещет новизной, разнообразием перемен нежданных. Не поискать ли мне манер иной, приемов новых, сочетаний странных,
Я повторяю прежнее опять. В одежде старой появляюсь снова и, кажется, по имени назвать меня в стихах. Любой может слово. Все это от того, что вновь и вновь решаю я одну свою задачу. Я тебе пишу, моя любовь, и то же сердце, те же силы трачу. Все то же солнце ходит надо мной, но и оно не блещет новизной. Пушкин. Вдохновение – это умение приводить себя в рабочее состояние. Андерсон. Да ведь он голый, сказал вдруг какой-то ребенок. Он голый, закричал наконец весь народ. И королю стало не по себе. Ему казалось, что люди правы, но он думал про себя. Надо же выдержать процессию до конца. И он выступал еще величавее, а камергеры шли за ним, неся шлейф, которого не было. Достоевский. Мир спасет красота. Селлинджер. Вы спросили, как мне удается преодолевать конечномерность пространства. Уж, конечно, не с помощью логики. От логики надо избавиться прежде всего. А также 5 кинематографистов. Чаплин. Нам больше не нужно бояться споров, конфронтаций или разного рода проблем с собой или с другими. Даже звезды сталкиваются, и из их столкновений рождаются новые миры. Сегодня я знаю. Это жизнь. Дисней. Я предпочту скорее развлекать и надеяться, что люди научились чему-то, чем обучать людей и надеяться, что они развлеклись. Куросава. Когда человек мечтает, он гений. Феллини. Художник должен самовыражаться, делая то, что он любит, в собственном, одному ему присущем стиле, и не идти на компромиссы. Те же, кто только и пытается угодить публике, никогда не станут подлинными творцами. Тарковский. Часы большие и часы маленькие меряют одно и то же время. Это была трудная работа – выбрать самые дорогие мне имена. Я хочу подчеркнуть, что полученный список – это не рейтинг лучших, по моему мнению, мастеров, а просто имена людей, которым я испытываю чувство глубочайшей благодарности. Они добавили человечность лицу окружающего меня мира. Они помогли мне научиться любить жизнь. Мои книги, скульптура, живопись, рисунок и не только, размышляя об основах композиции, я пришел к выводу, что в композиции каждого художественного произведения присутствует составляющая, которую я назвал субъект композиции. Это личность автора. Работая над этим проектом, я с новой силой осознал, насколько дороже мне личность самих художников, чем их даже самые проникновенные произведения. Прав Тарковский. Человеку нужен человек. Сегодня при моих встречах с произведениями искусства я слышу и голоса их авторов, ощущаю их реальное присутствие. В детстве, читая книги, слушая музыку или глядя на картины и скульптуры, я даже не интересовался именами авторов. Сегодня я нуждаюсь в них самих, в личном общении с ними. И я слышу их голоса. И хочу, чтобы их услышали и вы. Thank you.